Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан. Это игра под названием Brawl Stars. Наверное, многие не ожидали меня здесь видеть. Но понятное дело, потому что как-никак давным-давно просто играл в эту игру. И, естественно, я не получал... Так, мой новый режим будет скоро конец. Ну да ладно, бойцов у меня на один стало больше. Нет, его брать не будем. Так вот, давайте, знаете, оставим нашу Шелли 9 ранга. Хотя нужно всех персонажей развивать, не только одну Шелли. Ну что ж, у нас тут какие-то одни новости появились. И мы их также читать не будем. О, в магазине у нас появился подарочек. Так, новое предложение. А это что такое? А, очки силы. Понятно. Пью. Прикольно. Так, ну что, постараемся хотя бы чуть-чуть. Let's go get it. This is very good. Showtime. Да ладно. Showtime. Да ладно. Как я мог так упороться? Ты чё, дура? Я нормально бил. Блин! Говно! Так, ну-ка, хорош, уже пора. Блин. Блин, чуть не успел, что ли? Да ну, серьезно. Как-то я не успел. А, нет, успел, отлично. Ребятки. Иди про хите. Так. Нет. Медведь. Так, сейчас нужно в срочном порядке все отвоевывать, ребят. Блин, я тебя порой иногда не вижу, ребят. Извините, что я немного туплю. Я сам себя порой не вижу. Так, аккуратнее. Турман. Нет. Красава! Мы за тебя больше всех и переживали. Ну, выжду, конечно же, Турман. Но ты красавчик в большей степени, потому что ты прям держишь прям такую... Фу, все, я же за тебя беспокоился, братан. Я думал, не удержим. Потому что там такая, конечно, пипец вакханалия, что это просто жесть. Естественно, продолжаем. Итак... Let's go get it, давайте. О, практически в таком же составе, кроме только у нас Турман. Так, потерял пульт управления, так. Вот, иди сюда. Отловон. Сейчас не уничтожать. Блин. Блин. Трёх-мадрёх. Хорошо. Идём. Хорошо. Хайтер, конечно, это все сделал. Ничего. Блин, я очень все. Нет. Хорошо. Ой. Нет. Фух!
Фух, на мне все и держалось, ребят. Ну, конечно, Standard Tiger дриблинг, согласен. Фух. Это, слушайте, конечно, не для всех. Так, я-то думал, будет легкотня. Оказывается, не все так-то и просто. Офигеть, ребят. Так, ребята, давайте... А, зачем ты? Зачем ты сейчас вот так вот стреляешь? Ты тратишь патроны зря. Так. Мадина? Это что было? Хорошо. Блин, похуй, уничтожил. Быстрее меня. Вот. Так, выезжайте, ребят. Стой. Пошел вон, смотри на него. Да чего ты, поганый, смотри на него. Уложил, да что бать в одно место. Блин. Так, у кого 10-то? А у кого 10-то? А у кого 10-то было? У Мадины? Вы что, издеваетесь надо мной? Ну это нечестно. Ребят, это нечестно. Ага. Смотрите, у нас появился новый герой. Давайте испытаем его. Для начала улучшим нашу любимую Шелли до 10 ранга и Кольта. Да Кольта две береты. А я возьму. Давайте ее выберем. Слушайте, только для чего эта роза предназначена? Хотя тяжеловес для меня, как для человека, вернее, я надеюсь, не для высокого тяжеловеса, но для игры. Так, ну зато 5400, слушайте, у ХП у Шелли то было поменьше на 600. Так, я думаю, что... Ух ты! Ты перемотал, кидайся, а? Барь, ёшки? Это... Пошло вон, Хорошо. Смотрите на неё, вот ту куриную слышь, а? Ух ты! Хрена себе! Хрена себе, что по-перёдке? Промазал, что ли? Что ты улыбаешься? Конечно. Ой, слушайте, почти ее уничтожил. Отлично. Так, ну что, пошли тяжеловесить ценного. Так, ну-ка пошли сейчас оттяжеловесим кого-то. Хорошо. Хорошо. Стоп, только... А, нужно держать все под контролем. Неприкасаемый какой-то, посмотри на себя. Держим. Хорошо. У нас оп. Отлично. МКО офишал определенно сильный игрок, но зато мы повысили свой ранг. Это уже круто. Выходим. Слушайте. My name, boy, is my game. Yes. Изи, конечно, изи. Изи пизи, лемон сквизи. Так, давайте-ка еще раз. Вот, еще вот. Это мой стомик, окей, ладно. Мой мелод. У меня самый лучший мелод. Отлично, мы выходим. Ага, стоп.
было не так. Ты посмотри-ка, а! Четыре восклицательных знака, вы посмотрите, No Name называется. Вот так No Name, блин. Так, уберем. Так, так, идем. А, нет, иди сюда. Хорошо. Отлично. Нет, быстрее, быстрее, быстрее. Так, возвращаем лидер станока. Быстро идем. Идем всех. Вот на место хорошее. Убивать. Нет. Хорошо, хорошо. Да. А ты сам не скажу, уже хорошо. Так, по мне, ребят, по мне, по мне, по мне. Фух. Это жопа была. А, суперкат все равно звездный игрок. Блин, только вопрос, почему я не звездный? Хотя, в принципе, слушайте, когда мы в команде играем, конечно же, побеждать намного сильнее. А, my pocket is my... Is my... А, типа, у меня фамилия Пакет. А, мое имя ключ. А, ключевой пакет. Carry weeds. Моя лучшая защита — это отсутствие. Хорошо. Будем это признать. Вопрос, а почему не показывают? А чё? Выдыхай. Чё ты выходишь? А чё, ругнул, что ли? Так, ну иди сюда. Просто так, по страху выбрал Старс, давай. Хорошо. Отлично. Так, Джугон, давай. Так, выбрал Старс уже по страху. Хорошо. Пошла вон, дура. Пошла вон, я сказал. Вот так, вот катал, пошла его не я. Сидеть, смотри, да. Нет. Нельзя. Держим на баронку. Ну чё, кто? О, наконец-то, ребят, я звездный игрок. Да неужели? Неужели я звездный игрок? А, кстати, за это 10 опыта тоже дают. Но опыт бы не помешал, слушайте, в нашем деле. Блин, а мне все тяжеловес-то нравится и нравится. Я, наверное, в будущих играх буду использовать тяжеловесы и только его. Окей, хорошо. Ну и давайте последний разочек. И снова за тяжеловесика. Итак. Готовы, ребят? Алло. Алям, тревога, или полундра. Окей.
Вот так. Ага, конечно. Иди вообще, давай, ну-ка. Конечно. Зря использовал. Это, а слушай, нормально. В итоге использовались полгода хорошо. Так, пошел вот. Отлично. Блин, такой вопрос, что разве делать? Ты! Ух ты! Ты теплокровый! О, ха-ха, подстраховал, молодец. Ну ты, ёбарь, что ты? Оп! Угу. Да играть вообще одно удовольствие за этим персонажем. Ну такие думают, да блин, какие образы. О май гад! Что это было? Ты что делаешь, а? Пошло вот. Да хочу так сильно, ты что делаешь, а? Как ты блин молодой кидается? Правонарушение пусть совершает, посмотрите на него. Угу, конечно. Да каким-то образом пошел вон отсюда. Ой, прости, пожалуйста, простите, пожалуйста, простите, лягушка. Я не хотел хотеть кормить. А, нет, мы выиграли. Ой, я снова звездный игрок. Ребят, ну чудненько, а. Слушайте, с тяжеловесом, когда действительно тяжеловес может подстраховать любую секунду, а уж тем более, когда ты будешь получать звездного игрока, это вообще будет чудесно. Ну что ж. Мы получили нового для себя персонажа, и, естественно, разблокировались у нас квесты. Давайте же на них посмотрим, что это за квестики у нас тут. Ага, это у нас квесты дня. То есть за общее количество... А, подождите. Ладно, мы потом, короче, посмотрим. С квестами потом разберемся. Лучше для начала играть, играть и играть, а потом уже, собственно, квестом мы и перейдем. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся. Это была игра Brawl Stars, пока.